прогуливаясь по территории отеля Hilton Plaza в Хургаде. Делаю вам такие вот обзоры. Территория отеля каскадного типа, но не резкая. И смотрите, две бухты. Одна бухта, которую я снимала уже в видео, это песчаный пляж. Хорошая глубина. И вторая бухта, вот, соответственно, где стоят их катера, яхты. И отсюда, соответственно, отплывают на разные экскурсии. Там морской ресторан, который за доп. Плату. Сразу хочу сказать, что в период пандемии, вот я делаю сейчас съемку, сегодня у нас конец, февраль, в конец апреля. И у них три а-ля-карт ресторана, турецкая кухня, морепродукты и, по-моему, азиатская. Так вот, у них эти а-ля-карт рестораны платные. Но у них есть такая фишка, что они дают скидку 100 фунтов. Это сейчас умножаем примерно на 5. Это 500 рублей. То есть вы приходите в а-ля-карт ресторан, заказываете по меню. Там будет все с ценами. И на один ресторан они дают скидку. Получается примерно 500 рублей. 100 фунтов. И вот дают такие три ваучера, что в каждой кухне можно получить такую скидку. Ну, что я могу сказать? Что, конечно же, во многих отелях а-ля-карт рестораны бесплатные. Да, и, пожалуйста, то есть, ну, как-то не жадничают с этим. Ну, понятно, что сейчас нету бесплатных а-ля-карт ресторанов. В период пандемии нету ни в одном отеле бесплатного с морепродуктами. То есть везде, во всех отелях, в которых я сейчас была в период пандемии, если есть а-ля-карт ресторан с морепродуктами, то это все за дополнительную плату по меню. Ну, а здесь они, соответственно, тоже по меню, но дают скидку 500 рублей. Но, опять же, зависит еще от того, посмотреть бы, какие цены они просят, да? Потому что если какие-то заоблачные цены и дают скидку 500 рублей, может быть, это, как понимаете, абсолютно ни о чем. Ну, вот имейте в виду, что а-ля-карт ресторана за доплату в отеле Hilton Plaza. Период пандемии. Конец апреля 2021 года я делаю эти снимки. Сама здесь остановилась с детками. Отдыхаю, смотрю, делаю для вас все видеообзоры. Подмечаю плюсы, подмечаю минусы. И с огромным удовольствием делюсь с вами. Поэтому, если соберетесь отдыхать в Египте, обязательно обращайтесь. Я подберу лучший отель цена-качество, исходя из вашего бюджета. Да, и скажу. Потому что, вот, например, Hilton Plaza, у него бывает очень высокий ценник, то они дают какие-то хорошие акции. Соответственно, на фоне других отелей я смогу оценить реально, стоит ли он этих денег или нет. В тот момент, когда вы будете делать заявку, запрашивать. И скажу свое мнение на этот счет. Напоминаю, мой сайт oksana.travel. Вот такая вот небольшая ухоженная территория. Небольшой вот этот детский аквапарк, абсолютно достаточно для малышей небольшого возраста, 2, 3, 4, 5 лет, замечательно, больше и не нужно. И главный бассейн вон там наверху, на втором уровне, с подогревом. Несмотря на то, что уже достаточно жарко, подогрев не отключает, все-таки не экономит на этом. Hilton Plaza. Вот это два, вот это двухэтажное, это у них шале. А там у них стандартные номера. Есть с балконами, есть без балконов. Нам сделали в период пандемии бесплатный апгрейд, улучшили номер. Хотя мы бронировали стандартный, но дали нам вот это шале. Замечательно, конечно, очень удобно, особенно если с детками, тем более около аквапарка. И вот такие вот интересные беседочки, смотрите.